Раз, два. Два ребенка из Stray Kids. Да, два ребенка. Два ребенка из Stray Kids и комната. Понимаешь? Комната двух детей? Два ребенка в комнате. Это... Нет, Tuki's Room. Знаешь почему? Почему? В комнате обязаны быть два ребенка. Но здесь только один. Что? Я тоже ребенок. Я тут один ребенок. А, нет, я тоже. Нет. Одинаково. Ты про что? Ты ведь ходил в садик и в школу? Ну да. Ты ходил в мировой. А, ты про английский сад? Да, английский. Что такое мировой? Я ходил в Питасори. А это что? Это было довольно популярно в прошлом. Мы в том году ездили в Таиланд на твой день рождения. О, не-не-не, это была Германия. В Германии еще была надпись «С днем рождения» на стене. Я был очень удивлен. Прошел уже год. Год, да, один год. Прошлый год так быстро пролетел. Я думаю, этот год будет быстрее. Что ты делаешь в следующем июне? Веди себя хорошо со старшими. Никто тебе больше такого не скажет. Где ты еще найдешь такого прекрасного слушателя, как я? Да полно таких. Нет никакого примирения меня. Твой брат слушает нас лучше, чем ты. О, мой брат? Да, он куда послушнее. Как давно ты живешь с моим братом? Я с ним уже 13 лет. И он никогда меня не слушает. Вообще, никогда. Нет, ну он точно послушнее Айена. Нет, я прекрасен. Почему тут всегда звуки самолета? Мы что, в аэропорту? А, тут близко Кимпхо. Понятно. Лину бы понравилось. Он, наверное, хочет домой. Мы в Кимпхо. Нет. Мы далеко от этого аэропорта. Кимпхо, это ты. Кимпхо? Давай, просто согласимся. Кимпхо, это я. О чем ты подумал, когда впервые увидел меня? Ты казался диким и свирепым. Но не в плохом смысле. Мне все равно казалось, что внутри ты веселый парень. Ты думал, я буду старше тебя? Но ты был идеален. Идеален? Это твое первое впечатление? Или я потом стал им? Единственное, о ком я поменял мнение, это Айен. Я думал, что он вспыльчивый. Правда, мое первое впечатление не сильно отличалось от того, как он есть на самом деле. Но потом, как-то мы провели день вместе, и я понял, что он не такой. Он милашка. В любом случае... Отец. Звездные войны! Мы смотрели их вместе. Да. В отеле. Мы посмотрели их в отеле. У них там были Звездные войны, и нам прям зашла эта строчка. Я твой отец, да. Никогда не видел ничего такого. На концерте было весело. Ты... так спокойно танцевал другую хореографию. Чувак. Йо, чувак. Свэг. Оу, да, свэг. Оу, нет? Хан? Равно? Хип-хоп. Хан? Равно? Забывчивый. 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 Равно хан? Равно хип-хоп? Хип-хоп равно забывчивый. Это забывчивый хип-хоп. Забывчивый хип-хоп, чувак. Ты не шаришь в хип-хопе. Это полный свэк. Все в порядке, бро, я обучу тебя. Ладно. Мы много гуляли, когда были простыми трейни. Да. Каждое воскресенье. Но среди всех трейни ты чаще всего выходил гулять. Точно. Lot World по воскресеньям. Эверленд! Эверленд! О, было так жарко! Да, у нас были летние каникулы. О, это было! Я приехал в Сеул, потому что у меня не было занятий. Ага. А вечером... я поехал в Эверленд. Мы часто тусовались по воскресеньям. Ходили есть рубец. Да, недалеко от университета Гонкук. Если долго смотреть на тебя вблизи, можно заметить, что ты... и правда похож на Мишку. Серьезно, тут на кровати. Ты правда напоминаешь плюшевого медведя. Очень, очень похож. Когда я утром просыпаюсь, открываю глаза, я слегка поднимаю голову и вижу тебя. И ты просто воплощение Мишки в спячке. Я серьезно, правда. Твое лицо повернуто ко мне. О, правда? Ты не смотришь в потолок, ты лежишь лицом ко мне. Вот так вот. Я даже не знал. Всегда в одну и ту же сторону. Смотришь на меня. Я и не знал. Ты скучаешь даже по мне во сне, боже мой. Я стал каким-то пухленьким, мне надо заняться собой. Надо пойти в тренажерку. Хочу заняться боксом.
О, иногда, в зависимости от расписания, я хожу заниматься. Но когда у меня фиксированное расписание, меня это даже начинает больше интересовать. А без фиксированного расписания тебе неинтересно, да? О, понятно. Я не это имел в виду. Хочу попробовать спарринг с Ханом. Внезапно? Слышишь? Тукит Срум закончился быстрее, чем я думал. Мы снимаем их со временем MyPace. У нас будет еще сезон? Вопрос решается! Решается! Вопрос со вторым сезоном Тукит Срум решается. Но первый сезон Тукит Срум пока еще не закончен. О, так что написано. У вас будут разговоры с 8 мемберами в Tokyo Room. Если кто-то, любой мембер, с которым бы вы хотели поболтать еще раз в Tokyo Room, потому что было весело, или просто поговорить. Таких нет. О, нет. Я пошутил. Я шучу. О, 8. Феликс, Чанбин, Хан, Сунмин, Айен, Линоу, Хёнджин, Уджин. О, время так быстро пролетело. Это уже конец. Ну тогда... Дайте мне подумать. Кого выбрать? Хан слишком много говорит. Мы недостаточно поговорили. Забавно. Хочу со всеми сразу. Во-первых, я бы хотел еще поговорить с... Было... весело, но мы не особо много говорили. Это было в первых эпизодах Tokyo Room. Когда мы разговариваем, это обычно о чем-то научном. Было весело. Давно мы уже не говорили друг о друге. Так много шуточек, которые мы не можем здесь рассказать. Мы рассказали, наверное, 200. У нас много локальных мимов среди трейни. Мы слишком много обсуждали нашу жизнь трейни. Давайте все заново. Да, было бы круто с ним поговорить. Хочу поговорить с ним один на один в Tokyo Room. Так как мы постоянно вместе, думаю, нам есть что обсудить. Я не ожидал, что мне так понравится. Спасибо. Перевод фансаб группы Итанати озвучила Кадзе. Услышимся.